Приветствую всех зрителей и подписчиков канала, с вами Жек Херсон, Heroes of the Storm. Дота от Blizzard, Ром, давай будем говорить, хорошо, смотреть правде в лицо. О, да. Это Дота. Нет, это Heroes of the Storm. То же самое, что и Дота, только от Близов. С героями игр Близов. World of Warcraft, StarCraft, Diablo. 10 секунд. А где ты, Рома? Мы же с тобой вместе должны. Наверх, на верхнюю, на верхнюю. 4. Я 3, понял. 2, 1. Погнали, рыжая баба. Сражайтесь, не жалея сил. Так, сфера регенерации повышает скорость восполнения маны. Дальние действия света небес увеличится. Давайте пока сферу регенерации изучим. Сильно так-то не лети. Мало ли. Оп-оп-оп-оп. О, вон там уже ребятки. Так, я первый раз играю за этого героя. Ой-ой-ой. Рома, Рома, засада, текай. Да я толстяк, меня затрахал. Я тебя буду еще хилить. Ох ты ж, сучу. Принято. Древние святилища вновь открыты. Понятно. Обретите власть над ними и освободите рыцаря дракона. Рыцаря дракона хотят, чтобы ты лично пошла освобождать. Угу. Надя, не быкуйте там с ними. Ром, пока мы с тобой не лезем, правильно? Ну да. Скорее, захватите святилище и обретите Рома, Рома, силу куда дракона. Рома, сзади утро. Меня заканчивает Тамара. Да тут особо давай, наверное, назад, Рома. Да давай, 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 ну. Так что я тебе дам? У меня маны нету. Так пофигу на ману, ты хотя бы бей. Уходи! Зачем ты вернулся? У тебя жизни посмотри. Иди полечись, ты истекаешь кровью. Иди полечись. Женя, Женя. Так у меня мана закончилась. Что так давай? При чем давай здесь мана? Ты просто бы их бил и все. Да я хил, ты на меня не рассчитывай, Рома. Я буду их станете, я буду их. Вон, смотри, что получается. Просто. Понимаешь? Так в любом случае хил не хил. Саппорт не саппорт, ты в любом случае будешь должен атаковать. Ах ты ж сучка. Давай бей, я видишь, еще могу их тебе застопаривать. Застопаривать. Стопариком. Уходи, Рома, уходи. Мои раны затягиваются. Че так манна-то быстро заканчивается? Мама не горюй. Может из-за того, что я так... Разумное решение. 42 секунды. Рома, уходи. Где Рома? Давай здесь, наверху, помогай, помогай. Застопорил там. Не хватает мана. Есть. Есть, детка. Красавчик Рейнор. Уходим, настал, уходим. Он дух гнома. Хорошо. Ед, дабл килл. Вот это у него раздача. Не, блин. Стой, стой, так... не подходи, не подходи. Не... Чего не подходить? Здесь наоборот, тут игра такая, тут нужно агрессивно играть, а не... Ты агрессивный отходим. Рома, они будут обходить нас. Доступны новые таланты. Сама по себе. Пошел... Женя, Женя, наверх, наверх, наверх. Ну ты затрахал меня, станет. Давай вот это вот. Ай, собака. Там где-то этот утр. А он затрахал меня. Он меня, сука, ставит, знает, кого бояться. Идем, идем, идем. Да там нормально уже.
О, тварь. Сука. За тебя в ответе, Рома. Угадай, кто правил. О-о-о, полегче, утер, утер. Грыби. Утер. Ух ты. Упа. Лови свинью. Жарь ее, жарь давай, ее. Давай, давай. Свинья уходит. Нет! Нет! Хрю-хрю ушла, как говорит моя дива. Хрю-хрю. Ей, беспредельщик. Где ты вообще беспредельщик? Ну-ну. А ты, давай выманим его, у него полжизни. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Крутись! Уходи. Ну когда же ульта появится, блин? Ульта, давай качай. Опа! Дом, уходи. Я без маны. Ой-ой-ой, Рома, уходи. Пойду маны. Это мне нравится. Доступны новые таланты. Опа. Тут сейчас замес будет. Ты против скольки? Хорошо. Тут утор один. Это глупо, нам надо своих поддерживать, чтобы ломать эти башни. Они будут постоянно нравится. Отходить под них. Постоянно. Рома, Рома, Рома! Да и ёперный, жоперный, я крюком в тебя попал. Отходи. Так, 8 секунд. Очень мудро. Там на центре замес основной. Пойдем на него. Пойдем на него. Идем. Не-не, надо здесь сейчас продавить. Ой-ой-ой! Женя, уходи! Надо за меня не переживать. На, у тебя щит бессмертный. Ух, тут ко мне этот. Рома, меня сейчас добьют. Выпусти его силу. Надо было тебе прикрывать меня. Таланты. Хорошо. Жесть. Вот он мясистый, конечно. Святилища вновь открыты. Кому же удастся получить так силу рыцаря дракона? 3-1, а у тебя 3-0. Ну ты ни разу не... Ай-яй-яй! Убежал. Попробуем снова. Наверх, да, Ром? Да-да-да, тут вообще их тут фигово куча. Так ульта появилась на Р, да, уже? Дракон, Дракон, Рома. Время обрести его силу. Это мне нравится. Где какой дракон? Так, какой, вон посередине, быстро туда. Рома, Рома, вниз. А ты... О, ты говоришь, какой дракон. Тормозник-то. Собака улетел. Рома, искать он. За кем погнал-то? Давай, я его задержу.
Куда он ушел? Вон он. Ломай хату. Это что за червяк? Паучиха, это ж с Варкрафта. Все. Уничтожили нас. Не паучиха, а паук. Извиняюсь. Хотя похоже больше со Старкрафта. Рома, Рома, сзади, сзади, аккуратнее. Доступны новые таланты. Да? Куда ты закрутился опять? Все нормально. Это не талант нравится. Хоть выиграть. Ой, где ты? Это же... Бывает его хата у меня. Просто кого похитить. Серия мне нравится. Не, это со Старкрафт. Со Старкрафт. Да, Старкрафт. Отходим, отходим, Женя, Женя. Это у нее ульта такая, я так думаю. Оставьте лишь руины. Рома, гнома, этого, утора, утора. А, сытика до страха. Тише, тише, тише. Новый талант, талант, что тут у нас? Аккуратнее, аккуратнее. Будем раскачивать вихрь. Через 27 секунд активируется святилище, нам надо идти за драконом опять. Все, дырка. Дырка. Сразу видно, что ты в лол играл за дракона. Ба! Да, я его станю. Есть. Блин, вообще баба убийственная. Баба, отходи, отходи. Пойдем, пойдем за драконом, Рома. Захватите святилище. Куда? Вверх, вниз, вверх, вниз. Там парам-парам-парам-парам. Вниз идем, активировать надо сначала святилище, а потом надо идти на середину. Хорошо. Тыкни на верхнее святилище. А, его захватили. Все. Все. Вон он вышел. Идем к дракону, Ром. Вот тот этот беспределит. Маринос. Да ну там он. Зачем ты с ним? Иди сюда. Ой-ой-ой, что это было? Ой-ой-ой, вот это да, вот это анимация. Ром, иди к нам. Да? Веселись с нами. Хватит ходить одному. Хватит тусить одному. Иди, иди. Так, как же ты? Опа, утер за мной гонится. Нагоняешь все-таки его, да? Да, все. Нагонял. Давай я тебе сейчас дам центр, щит. Центр, 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 центр. Я дам щит тебе сейчас, а ты рубаш иди. О, смотри, этих кабанов гасит. Все, захватывай. Пацаны наши. Очень мудро. Ты видел, по центру идет паренек? Да, 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 да. Я застанил. На. Нет! Нет, он не уйдет. Есть. Во имя света. Во имя света. Так, Рома, есть щит на тебя. Пока можешь, не надо. Можешь врываться куда хочешь, есть щит.
меня сейчас генерации ярости нету. Мне нужна ярость. Колодец надо ломать. Колодец, колодец. Дай вот это. Кабана, кабана этого. Силище набирает силу. Пусть гнев дракона. Противник убит. Крепость уничтожена. Двойное убийство. Ой-ой-ой, как он отлетел! У него же выпало это самое оружие его легендарное. Как уломает. Как он пошел, дядя? Нормальный утер, нормальный класс. Я знаю, он как саппорт идет. Он саппорт, да. Хотят дракона, чтобы мы активировали. Ну что скажешь, если мы тут добиваем уже базу, какие драконы? Во имя света. Не считаешь ли ты это духом? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Полегче, полегче. Рома, щит через 3 секунды. Ой-ой-ой, Рома, уходим, уходим, меня тут мама не беру. На нас благословение света. Вот гаденыши, вот гаденыши. Я тебе говорю, вот человек, который не знаком с Дотой, с Лолом и с Heroes of the Storm, я думаю, что вообще сидит и думает, what the fuck is going on? Что происходит здесь? Что это за бешеная игра цвета и красок? Ром, мне 20 секунд. Так, что у нас по счету? 17-2, у Ромы 21-0, ни одного разу не умер. Задрот, я ж вам говорю. Помогите нашему союзнику! Ну мы их как бы выигрываем, я так догадываюсь. Потом, учитывая то, что мы на базе на ихней. Так, сейчас ребят, периодически буду выкладывать такие видео, возможно проведем стрим, смотрите, дали мне 5 ключей, один у меня, дал один Ромми, по вашей просьбе один от Алани, и Серега, админ группы ВКонтакте, получил 100% за то, что он делает, постоянно помогает мне. Остался один ключ. Давайте на стриме по... Как нам разыграть лучший ключ? Сделать его репост и лайк, как и по Mortal Kombat. Я не знаю. Надо вашего совета, чтобы вы написали в комментариях, как лучше разыграть ключ. Жесть, я сразу 2,5 уровня получил. А золото? Сейчас, сейчас. Бонус за левел, косарь, и еще за... Ну, в общем, за бой я взял 176 тысяч опыта и 1000 золота. Так же самое у меня. Золото статистика. Получается общее? У меня 21 убийство. А у меня 20. Че такого-то? Не, у тебя 17 убийств. 17, да. А, вот, я вижу. Да, конечно, Рома, посмотри на выражение своего лица. Тебе когда последний раз мужик трахал? Ну я имею в виду не лично тебя, а твоего персонажа. Так, не, хороший бой, хорошая игра, ребят. Один ключик разыграем или на стриме, или я в группе ВКонтакте сделаю лайк. Так, ну это смысл неделю, чтобы человек ждал, пока получит ключ. Давайте, наверное, на сегодняшнем стриме по GTA разыграем. Сегодня у нас будет стрим по баскетболу, Ром, во сколько?
в 15.30 по Киеву. 16.30 по Москве. После стрима по НБА через 3 часа у нас будет стрим по GTA. Это у нас, ребята, будет ориентировочно 18-19.00 вечера. Следите за новостями в группе ВКонтакте. Всем пока. Всем пока.